Согласно цитату Жака Сегла, парламент – это срез общества. И фактически действительно полное зеркальное отражение. Если мы посмотрим, в обществе есть сумасшедшие, в парламенте они есть. В обществе есть клоуны, в парламенте они есть. В обществе есть профессионалы, в парламенте они есть. В обществе достаточно большое количество людей, которые хотят что-то поменять. В парламенте они тоже есть. Общество разобщено, и парламент разобщен. Мы – полное отражение общества. Для того, чтобы парламент изменился, общество также должно эволюционировать. И после этого сможет эволюционировать парламент. Других вариантов у нас нет.